Спасо-Преображенский собор является жемчужиной исторического центра города Рыбинска. Спасо-Преображенский собор был воздвигнут в 1838-1851 году по проекту группы петербургских архитекторов. Существует мнение, что Зодчий использовал в Рыбинске свой неосуществленный проект Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Богатым было убранство храма. «Я побывал в раю земном, не знаю, лучше ли будет в раю небесном», сказал архиепископ Ярославский и Ростовский, посетив собор во второй половине XIX века.